Мы рады приветствовать вас на юбилейном концерте кафедры сольного пения, одной из старейших, замечательнейших кафедр нашего вуза. Кафедра имеет богатейшую историю. Наверное, сейчас не стоит говорить очень детально, это займет очень много времени, какие замечательные люди здесь работали, но самое главное, самое наше большое достояние – это то, что мы имеем, наши студенты, наши выпускники. И сегодня в нашем концерте прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов в исполнении наших бывших студентов разных лет. Это будут и уже очень опытные, маститые, можно сказать так, артисты и, в общем-то, не очень давно начавшие свою карьеру молодые певцы и певицы. Итак, приятного вам концерта. Мы начинаем. Уважаемые слушатели, просьба перед началом концерта отключить звуки мобильных устройств. Спасибо. Шарль Гуно, ария Маргариты из оперы «Фауст», исполняет лауреат всероссийских конкурсов, солистка оперного центра имени Галины Вишневской Валентина Правдина, концертмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина Леопа.
День лицарей. Thank you.
Кармен. А сейчас предюбилейные кафедральные праздники. Приглашаю вас 21 по 26 число быть у нас. Будет слет выпускников, будет концертный зал филармонии, 4 концерта в зале консерватории, конференции, пленумы и так далее, мастер-класс. Но это, кстати, задача, с которой я вышел сегодня, это поздравить нашу замечательную вокальную кафедру. Вы знаете, я думаю, что вокалисты ближе всего на передовой линии к зрителю. Во-первых, народ любит больше, когда человек поет, чем играет. В основном люди неподготовленные, конечно, они слушают вокалистов с большим вниманием, с большой любовью. Потому что то, что они поют, еще подтверждается текстом, словами. Тут соединение и поэзии, и музыки. Именно поэтому доступнее, понятнее и легче воспринимается. А легче, значит, приятнее. Поэтому вокалисты всегда являются нашим связующим звеном между слушателем и музыкантами, между музыкантами и композиторами. Может быть, поэтому им дан голос, может быть, поэтому, как правило, голосу придается замечательная внешность. Они не только прекрасно поют, но и прекрасно выглядят. И когда особенно это видно на выпуске, в
выходят вокалисты, ну и с кем их сравнить. Красота, и слушать приятно. Кафедра выпускает этих замечательных людей. Кафедра достойная, авторитетная в России. Меняются профессора, к сожалению, меняются педагоги, но не меняется уровень кафедры. Она одна из самых известных, самых титулованных и в смысле своих выпускников, и в смысле своих педагогов в нашей стране. Я с удовольствием от всей консерватории поздравляю всех, кто имеет к ней отношение, в первую очередь ее педагогический состав, ее студентов и выпускников. И желаю процветания родной консерватории и ее замечательной кафедре, вокальной кафедре. Вот с успехом! Исполняет лауреат международных конкурсов, солистка Государственного театра оперы и балета имени Пушкина Елена Сизова, концертмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Ермакова.
Варя Аиды из оперы «Аида». Исполняет солистка ансамбля «Радио Орфей» Дарья Тарасенко, концертмейстер Станислав Соколов. Thank you.
Benedetta, Boga, Boga, Rata, Rata,
Амадей Моцарт. Ария графа из оперы «Свадьба Фигаро». Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Государственного театра оперы и балета имени Пушкина Алексей Кошелев, концертмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов, профессор Ольга Гринес. You know.
Вольфганг Амадей Моцарт. Ария графини из оперы «Свадьба Фигаро». Исполняет лауреат Всероссийского конкурса, солистка Государственного театра оперы и балета имени Пушкина Светлана Ползикова. Концертмейстер Ольга Гринес. Come il conte accolse la proposta.
Амадей Моцарт. Дуэт графини Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро». Исполняет Александра Добролюбова и Дарья Филиппова. Амадей Моцарт. Ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро». Исполняет лауреат всероссийского конкурса, солистка Воронежского театра оперы и балета Александра Добролюбова.
Алиоза Ленского из оперы «Евгений Онегин». Исполняет лауреат Всероссийского конкурса, солист Государственного театра оперы и балета имени Пушкина Дмитрий Белянский, концертмейстер, дипломант Всероссийских конкурсов Евгения Алексеева. Thank you.
Модест Петрович Мусоргский. Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов». Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Государственного театра оперы и балета имени Пушкина Михаил Наумов. Концертмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ксения Цента.
Сергеевича Пушкина. Мечтатели. Волкова.
Ритер Ирина Леопа. Thank you.
Николай Андреевич Римский-Корсаков. Третья песня «Леля» из оперы «Снегурочка». Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Государственного театра оперы и балета имени Пушкина Татьяна Горбушова, концертмейстер Елена Белова. Thank you.
Имре Кальма, ария Раджани из оперетты Баядера. Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов солист Московского театра оперетты Максим Катырев, концертмейстер Ирина Леопа. Thank you.
Виолетты Марица. Исполняет Максим Катер. Концертмейстер Ирина Леопа. Народная песня в обработке Татьяны.
Татьяны Кошелевой «Барыня». Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка хора имени Пятницкого Дарья Сикальская, концертмейстер Михаил Соколов.
концерт. Мы так соскучились по концертам, мы соскучились по публике. Спасибо вам, спасибо нашим замечательным выпускникам. Это большой праздник. И мы ждем вас на наших последующих юбилейных концертах. Спасибо.